Ну да, давайте все-таки Донбасс. Так, сейчас быстро расскажу. Слушай, Алекс, давай поговорим потом. Ну или если у тебя минутка есть какой-то Алло, да. коммент, можешь вставить. Да, хорошо. Такой момент вот по поводу лидеров антимайдана наших. Что я хотел сказать? Откуда они взялись? Они Тот же есть? самый Паша Гуров, ну, Губарев. А он взялся ниоткуда, резко и непонятно вообще, кто он. Ну да. Парень, которого приписывают КРНЕ, еще куда-то. Это Ну. вообще неизвестная, непонятная сила, которая появилась только 1 марта. Ну, по поводу РНЕ, я не знаю, может быть, правда, а может быть, как с одесситками было, Я вчера... которые в Хабаровске, которые телепортироваться умеют, и которые еще в КВН играют, и так далее. Вот, это же та же самая утка. Что я вообще хотел сказать по поводу, вот только что человека слушал, выслушал его по поводу того, что правый сектор, а не, грубо говоря, он сказал, что никто. Это люди, у которых сейчас есть оружие, которые захватили целую кучу просто милицейских, ну, полицейских участков, По милицейских. сути, да, им легализировали убийство. Это Им самое легализировали страшное. убийство. У них сейчас попускаются их преступления, которые ни в одной цивилизованной стране недопустимы. Они взяли банк в Киеве, их отпустили. Только что недавно была новость информационная на сайтах, что их отпускают из Харькова. Тех людей, которые вчера, позавчера уже, убили двоих людей в Харькове. То есть их Я все-таки отпустили. наблюдал. Их отпускают. Понятно. Ладно, давай следующих ребят Да, конечно. послушаем. Тебя Без проблем. как все Слушаю. кончится, я тебя сразу приглашу. После Нины. Да, Давай, хорошо. пока. Да. Кто еще у нас не был? Ну. Так. Подождите, я тебя видел. Ой, тут у нас Кивик есть, который тоже звонил из ЕС, из Латвии, Швеция. Ну его